Папа, хорошие новости. Я продал еще одну маргаритку сеньору Биджо. Малыш Энтони, иди ко мне. Иди. Ты такой хороший мальчик. Ты это знаешь? Сегодня у Джои день рождения, папа. Да, да, я знаю. По дороге домой подыщем ему что-нибудь интересное. Ну что ж, тогда тебе понадобится жалование. Я дам тебе большую половину. Спасибо, сеньор Риццо, спасибо. Вы слишком добры ко мне. Пустяки. Ну, пошли домой. У тебя все хорошо. Да, малыш Энтони. До завтра, сеньор Риццо. До свидания, сеньор Риццо. Господи, благослови всех нас. Мама, мы дома. Дорогой. Дорогая. Папа. Джои. Я продал еще один цветок, мам. Чудесно. Ну, садитесь, ужин готов. Садитесь же, я готовила весь день. Пришлось продать крючок. Роза, сегодня я видел человека, который высасывает из людей все соки. Как в фильмах, на которые ты меня водил? Нет. Он сосет по-плохому. Что ты мне подаришь, пап? Что я тебе подарю? Вот. С днем рождения, Джоя. Ботинок. Сказочный аромат, Роза. Кому заднюю часть? Можно мне язык? Открой подарок, Джои. Пап, это же крыса. Нет, это щенок. Но он похож на крысу. Не спорь с отцом, а то Господь лишит тебя глаз. Это щенок. Наверное, стоил кучу денег. Да. Но смотри, как мальчик радуется.